Наватка, пескушка, самка. Чисто голубой глаз. Еще в линьке не было. Все детское. Хвост ловил тогда, оторвал. Два месяца самки. Вот такой бабайчик. Вот и вошняя башка сейчас фотографировалась. Это же пара пескунят. Это голубочка первая. Лапа вообще бомба у нее. Перо в перо, как у перса. Очень густая, большая. Длиноперая. Она такая маленькая, мне уже головы не видно, самки чубы. Тут задний уже какой видать. Сразу смотри. Какое перо длинное. Стоечка все. Шикарный будет. Уф. И крупно. Это голубок, конечно, будет. Массивней. Очень крупный. Вот у него и голова массивная, самцовая такая, крупная. Но нос толстый, широкий. Все.
расположена чубо, высокий лоб. И остальное, как говорится, надо ждать. Высокая будет. Вот такая парочка вот они, последние. Вот пара молоденьких. Еще не долиняли, еще вот гривы еще не вышли. Задние чубы, ноги так преобразовываются потихонечку. В корпусе компактные. Это темный голубок, это голубочка светлая. Это борзая. Очень высокий голубок. Ноги вырывал. Сейчас с первой линькой еще. Еще у них не вышли. Ноги. Вот новая голубка белая. С под чубов ног идет. Из чуба-то получилось. Ноги богатые. Крупная голубка. Молодая голубка белая, вот одно преодоление, ноги огромные, шпоры, из-под хороших белых, крутых белых. Детей покормят, извиняются, вообще больше дают.
39 сантиметров примерно задний чуб. Глаза. Видно глаза? Угу. Вот передний, задний чуб. Год-то ему? Да. Год. Аккуратно, все, грубость нету. Ноги покажи.